до сих пор в течение года строятся дома, мы хотим здесь жить. То есть люди не теряют надежду, что мы здесь отстоим свою территорию и останемся жить дальше. Благоустраивать мы не просим свое жилье. Извините, мы строим своими силами, кто и хочет, кто не хочет, тот давно съехал. Что у нас практика уже есть. В течение этого года мы, вот все жители нашего микрорайона, стали очень грамотными. То есть они сейчас, не уведомляя никого ничего, вот что произошло вчера, они утверждают планировку и межевание. После этого глава, значит, города и дома утверждает это как закон и переводит наши земли из одной категории в другую. Тогда мы ничего сделать не сможем. Люди не хотят отсюда уезжать. У нас в Орджоникидзевском районе такое большое количество ветхого жилья. Люди годами ждут, когда они оттуда съедут. Так сделайте людям лучше. Почему вы хотите, значит, забрать собственность у людей, которые этого не желают? Благоустроенное жилье предлагают переехать вот собственнику этого дома, мне интересно. В квартиру на 25 этаже, они считают, это они улучшат ее жилищные условия?